ворваться в городок. На нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо, на денек, где без спроса входят гости, где нет зависти и злости. Милый дом, где рождение справляют и навеки провожают всем двором. Время, время кружит снеги, и разъехались соседи, кто куда. И когда дома сносили, мы с тобой, мой друг, шутили. Не беда, раз в году письмо скупое, поздравление с Рождеством и долгих лет. Ровно восемь тихих строчек и другой какой-то почерк. Все, привет. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо, на денек, где без спроса ходят в гости, где нет зависти ни злости. Милый дом, где рождение справляют и навеки провожают всем двором. Всем привет! Для учащихся 5-й школы специально делаю. Вот я оказался возле 5-й школы, своей родной школы. Это вот, раньше, помнится, вход был с другой, с внутренней стороны. А сейчас сделали вход центральный вот с этой стороны. Здание то же самое осталось. Вроде бы на следующий год он попадает под реконструкцию. Его должны отремонтировать, и он будет по-другому, видимо. Вот здесь вот, если кто помнит, детский сад «Золотой ключик». У него, по-моему, так и название раньше сохранилось, то же самое. Это 107-й дом. Кто здесь жил в 6-м, если помнит. И вот там дом наискосок, который вот выходил на наш двор. 107-й, 105-й. И вот тот дом относился к Майкутова. Это мы проезжаем кольцо. С кооператором. Вот. Оператор. Проезжаем. Вот теперь смотри, это твой район начинается. Вот поликлиника бывшая, разваленная. И все, и поехали. Смотри, пустырь. Где 6-я школа стояла? Понятия не имею. Тут уже, наверное, кто хорошо знает. Вот, девятиэтажка, одна из трех уцелела пока что. А остальное, видишь, разруха. Все, вот, считай. Вот. Где твой дом был, я не знаю. Я не понимаю уже. Не ориентируюсь здесь. На обратном пути еще сниму, еще раз. Вот это мы выезжаем из Северного. Впереди Комсомольская улица. Вот видишь, ни одного дома. Вот, смотри, что происходит. Сворачиваем на улицу Абая. Ну, я не знаю, как она раньше называлась. Вот. А, это Шакшак Женевека? Вот весь это, вот это 7-й микрорайон. Вот микроцветки, вот пожарка. Вот пожарка осталась. А там
там, смотри, вон вдалеке, все пусто, домов нету. Вот элеватор. Вот, видишь, вдоль элеватора тоже все разрушено, ни одного дома нету. Вот. Вот это 6-й микрорайон, наверное. Видишь, все пустое. Видишь, ничего нету. Вторая школа еще есть, даже отремонтировали, а тот район, считай, все это.